жизнь состоит из случаев и случайностей, объединенная в единую системную последовательность нашей судьбой. Несколько лет назад я случайно оказался в этом санатории. И, конечно же, вот эти годы, разительные перемены, которые здесь происходят. Конечно, здесь сразу прослеживается роль начальника санатория, полковника Довганя Юрия Александровича, который постоянно совершенствуется сам и совершенствует всю систему лечебного учреждения, тем самым вызывая интерес у своего коллектива, который также творчески подходит к реализации своих служебных обязанностей и уважению к тем посетителям, которые приезжают сюда лечиться. Поэтому санаторий сегодня по праву занимает одно из передовых мест не только в вооруженных силах, но и в стране. Я думаю, что и занимает серьезные позиции на международной арене. Вне сомнения, желание здесь есть огромное — посетить еще санаторий не один раз. Потому что каждый год ты видишь какие-то новые инновационные подходы, которые тебя не только заинтересовывают, но и улучшают качество твоего здоровья. Позволяют, я скажу вам больше, что практически до уезда, там, где встречаются люди, жалующиеся, имеющие какие-то проблемы, я однозначно говорю всем, чтобы ехали в САКС, клинический военный санаторий имени Николая Ивановича Пирогова. Потому что я знаю и уверен, что здесь обязательно помогут, обязательно вылечат, дадут какие-то рекомендации, которые позволят потом поднять уровень своего здоровья на более качественный уровень и обеспечат интерес к жизни. Уникальность санатория, она заключается, во-первых, в том, что он находится в Крыму. Помимо природной среды, которая совмещает грязи, целебные грязи соленого озера с природным климатом, воздух, фауна, флора и все остальное, здесь наработаны практически исторические наработки, связанные с грязелечением. Все это дает очень серьезный положительный эффект, но инновационные технологии, все равно жизнь продвигается вперед, инновационные технологии наступают, и совмещение всего вот этого, оно позволяет, конечно, видеть будущее не только этого санатория, но вообще всей нашей российской медицины в улучшении, в качественном улучшении здоровья населения государства.